Небольшой пожар, вскрывший большие проблемы, произошел минувшим вечером в Дзержинске. В новом 24-этажном доме загорелась квартира, расположенная на 16 этаже, и оказалось, что тушить такой пожар крайне сложно. Дело в том, что только в Нижнем Новгороде есть 50-метровая лестница, способная доставать до верхних этажей. В Дзержинске лестница лишь 30 метров, а высотные дома уже построены. Загорелась детской, со слов с этой самой хозяйки квартиры, и у ребенка, у одного, даже это левое плечо обгорело. Мы их к себе-то затащили, забаррикадировались, они стали звонить знакомым, говорить, что горят, да все. Я потом смотрю в глазок-то, тут люди бегают, уже дыма много стало, я их это тоже к себе. И мы тут уже шестером или сколько нас было народу. Ну, слава богу, мы вот на 9-м этаже, я знаю, что вышки, по-моему, 16-го не достают. Шланги протянули, я так поняла, через подъезд. Все шланги дырявые, там вода текла на первом этаже из этих шлангов. Не могли долго потушить, потому что никто не знал, где воду набрать, как обычно. Хотя дом у нас умный. На каждом этаже находятся гидранты пожарные. Только нужно нажать кнопку, чтобы пустил насос воду. Ну, я знаю, растерялись они, не растерялись. Никто не нажал. Три пункта тут, где можно воду пожарную взять. Пожарный гидрант. Вот первое, вернее, или третье, они сюда не добрались. Закрыто. Так оно и оставалось закрыто. Вот, смотрите, гидрант. Кнопки. Видите? Угу. Ничего не разбито. Надо было разбивать и нажимать. Про противопожарки этот дом не проходит. Что его сдали без противопожарной безопасности. Да. Почему они так долго тушили? Потому что ни один кран с водой не мог включиться, вот этот рукав. Поэтому они, бедняги, несли этот рукав до 16 этажа. Снизу, да. По идее, тут же должно все сразу сработать, все вот эти рукава. Гидрант приворачиваешь, разбиваешь кнопку, насос включается. И подается вода. Все, ты тушишь. Они с первого этажа по старинке. И этих не было. Лестниц. Лестниц нету. Я сам в пожарной охране. Ветеран пожарной охраны. Максимальная длина лестницы какая? 30 метров. 30 метров. Это, ну, который есть. Это этаж какой? 9. И все, 9-й. Да? Все. Здесь 24 этажа. Это как так получилось, что такой дом построили, а в Дзержинске нет даже машины, которые выше 9? Это вопрос не ко мне, к администрации. Когда они планировали этот дом, должны уже как-то были обеспечить пожарную охрану техникой, средствами. Лестница, она есть в Нижнем, но она просто не работает. Она просто сломана, и все. К МЧС надо вопрос задавать, почему она неисправна. Она, откуда вы знаете, что она не исправна? Все это знают. То есть она есть, но она не работает, да? Нет, она не работает. Добавлю, что сегодня мы, конечно же, отправили запрос во все возможные инстанции. И администрацию Дзержинской, и Госстройнадзор, и правительство Нижегородской области. Однако ни в одном из этих ведомств внятного ответа на вопрос, почему так обстоят дела с пожаробезопасностью в данном высотном доме, нам получить так ни от кого и не удалось.